Привет, мои юные любители автотематики. Мог бы я сказать, если бы я этим стабильно занимался. Да. Последнее видео у нас был М10 B18 карбюратор. Как видите, что-то поменялось. Поменялся мотор, а проблемы остались все те же. А точнее, давит в радиатор картерными газами. Как видите, можно наблюдать такую шикарную картину, как любят говорить мемы. BMW обоссалась. И сыться она дорого. Да. Поэтому сегодня мы будем скидывать вот этого пана, который, кстати, нагрелся чуть-чуть. Радиатор тоже чуть-чуть нагрелся. Помпа хотя не открылась еще сильно. Да. Вот такая начальная история всей басни. Только мир из загробного гул эхом доносится спёртым.